Огонь победит сильнейший по углам. Первый бой главного карда. Александр Головков против Евгения Болдырева. Тоже в свое время мне доводилось не раз комментировать судья. Бои Евгения Болдырева. Судья, бойца из спортсмен Украины. Готов? Спортсмен, время, первый раунд, бой! Это спортсмен участвовал в нашей стране. Причем эти бои были неоднозначные. Всегда была конкуренция с его стороны максимальная. И при этом очень непростые победы на нем были, значит, его соперник. Коленный сустав с правой ноги, коленный сустав, ну и сейчас Евгений Болдырев от двух лоу-киков заполучает подобный итог. Как вам такая история, Ваня? Достаточно неожиданно. Это у тебя тоже самое колено, да? В свое время он сорвался с Александром Емельяненко. Да я помню. Было такое. Но, как говорится, компенсировал свой бой громкой победой нокаутом над крепким бразильцем Карлосом Гонсалвесом в титульном поединке такой молодой организации, как Кикбоксинг Лига. Да, два лоу-кика пошли во внутреннюю часть коленного сустава. Я понимаю, потому что сейчас Болдырев очень серьезно будет, он может вступать на ногу. Для награждения спортсмена в ринг приглашается артист театра и кино Владимир Яглыч. Победа Александра Гладкова. Знаете, Максим, есть у меня еще информация, что предлагали контракт Александру Гладкову в UFC, но в силу своих добрых отношений с одним из организаторов Golden Team Promotion Николаем Каушанским было принято решение выступить на этом турнире. И, кстати, прозвище Гладкова – боец с нашего двора. Мастер Гуглов Гладкова, кстати, выходит сейчас известный тренер по боевому самбо Маршал Савчук. Многих бойцов он готовит. И один из спарринг-партнеров Гладкова Богдан Гуськов тоже. Уважаемые поклонники боевых искусств, поединок длился 39 секунд. Техническим нокаутом в этом поединке победа лежал Александр